Так, приветствую уважаемых подписчиков. Сегодня у нас товарищ привез обновку. Такой вот охотничий карабин. Блин, ну у нас таких олигархов нет пока. РПДО, значит, огражданка ЗИДовская. Такой вот интересный модель. Сам донор 51-го года. Еще вот при товарище Сталине собирался. Вот, значит, у нас получается убран у нас здесь автоогонь. А еще, значит, для того, чтобы нельзя было зарядить больше 10 патронов, сделан вот такой ограничен лентопротяг. Сюда у нас заряжается 7 патронов, 7,62 на 39, соответственно, в родном калибре. А почему 7, а не 10? Потому что у нас еще сюда, значит, возможность осталась пристегнуть, соответственно, короб под ленту на 100 патронов. Вот, если сделать этот лентопротяг больше, то короб у нас уже цепляться не будет. Вот. Так, в принципе, здесь, ну, штифт, наверное, в стволе тут есть. Штифт в стволе. Вот. Ну, как-то так. Производство у нас, получается, он Ижевск. А, нет, это Ижевск. Это ЗИД его и делал, да? ЗИД, да, ЗИДовский вот значок. 51-й год. Из интересного, что у нас тут? Вот шомпол есть в этом месте. Также оригинальный. Газовый регулятор присутствует. А как крышка здесь открывается? Вперед. Ну, одной рукой просто плохо. А, вот. Соответственно, мы что, берем, открываем крышку. Давайте снимай. Заряжаем ленту. Лента у нас после того, как... Лента после того, как она... Да, вот предохранитель. Стреляет он с открытого затвора. После того, как мы... Выброс гильзы у нас сделан здесь. После того, как лента... ты ее погнешь. Нет, должна была быть. Короче, когда мы отстреливаем полностью ленту, она у нас выбрасывается рядом. Поэтому как-то так. Планочка оригинальная до 1000 метров. Стрелять с него он тяжелый, порядка 7 килограмм. 7400. Стрелять, конечно, с него 7,62 на 39 одно удовольствие. Практически не чувствуешь отдачу, только как затвор приходит в заднее положение. Вот такой вот интересный... Коллекционный на самом деле образец. Их осталось достаточно мало уже. Но еще можно найти. Данный образец у нас вот производство ЗИД. 18-й год. Вернее, производство, а гражданка. Производство у нее 51-й. Отличная машинка. Отличная. Вот, оказывается, здесь еще в прикладе есть оригинальный пенал. Вот так вот он вынимается. То есть... Возвратная пружина тоже в прикладе. Возвратная пружина в прикладе. Пенал с набором для чистки. Тут у нас, ну, ёршик, это вишер. Вот эта штука классная. Это у нас для извлечения оборванной гильзы. Штатный, прям в штате у него идет. Отлично все. Ну и для других приспособлений. Для чистки газового узла. Ну да, видим. Короче, одним словом, настоящий пулемет. Вещь. Давай. От пояса стрельба из пулемета. Да, лента только на 10. На 7. На 7 даже? Огонь. Я так и не понял.